Вітаю вас. Вечірній ефір на телеканалі «Миколаїв» триває. Ви дивитесь програму «Гаряча лінія» і я представляю вам гостя нашої студії. Сьогодні до нас завітав заступник начальника відділу ресурсного та інженерного забезпечення Управління Державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області, підполковник внутрішньої служби В'ячеслав Самарець. Вітаю вас. Здравствуйте. В'ячеслав Ігорович, ну, ваш відділ займається жизнеобеспечением, так сказать, всего вот, действия, функционирования вот, учреждений пенитенциарной системы. То есть сегодня мы будем говорить об этом, и я предлагаю начать с такого вопроса, как питание. Питание вот этих людей, которые находятся в учреждениях вашей системы, как оно организовано, какие средства на это выделяются и тратятся, сколько стоит питание одного вот, осужденного, пожалуйста. Ну, у нас во всех учреждениях организовано трехразовое питание, горячее. Есть у нас Снегирёвская исправительная колония, где четырехразовое питание, но это туберкулезная больница. А что касается выделенных денег, то за 2015 год у нас было выделено для, чисто на приобретение продуктов питания это 20 667 тысяч гривен. Из них централизованные поставки были на сумму 13 миллионов гривен. И за счет общего фонда, это ежемесячные расходы, которые в течение года выделяются учреждениям, это на 6 миллионов 580 тысяч гривен. Кроме того, еще сами учреждения тоже делали закупку различных продуктов питания. И когда заготовка проходила, в том числе на сумму 745 тысяч гривен. Это если брать всю Николаевскую область. Ну, хочу сказать, конечно, что по сравнению с 2014 годом, вот 2015 год прошедший, можно сказать, в сравнении взят, то значительно выросла стоимость питания, конечно. Ну, это мы все видим и по нашим магазинам, какие цены. Также не обошло и нас, это у нас питание выросло с одного, на одного осужденного, у нас тратилось 284 гривны 73 копейки, извиняюсь, на 284 гривны 73 копейки выросла стоимость питания и до уровня 621 гривня. Это за какой период? Это вот средний промежуток за 2015, это среднестатическая вот эта цифра. Сумма, это на месяц? Это из расчета на месяц, на одного осужденного, да. Здесь берется общее по области с учетом туберкулезной больницы и питания по остальным учреждениям области. То есть в среднем 620 гривен на одного осужденного. Вот эти суммы, которые вы назвали, этого финансирования достаточно? Вы обеспечиваете как бы, питание? Да, здесь полностью обеспечивается стопроцентное питание, в том числе и жировая группа, мясо, рыбная группа, все полностью. Я даже вот могу назвать на сегодняшний день, у нас есть какие залежки по продуктам. Фактически каждое учреждение может автономно сосуществовать и без дополнительно, так сказать, поставок продуктов. Например, по муке у нас 110 тонн, это 74 дня. Каждый то есть какой-то запас у вас да, есть? Да, это запас на складах, который хранится в наших учреждениях. Крупы 47,5 тонн, это 100 дней. Мясопродукты 85,5 тонн, это 200 дней. Рыба, это рыба консервная, рыба мороженая, 66 тонн, 189 дней. Жировая группа, это подсолнечное масло, маргарин, на 128 дней, 24 тонны. Сахар. 5 тонн, 40 дней. То есть объемы такие, которые полностью обеспечивают функциональность и ну, стабильную работу именно учреждений наших столовых. А кто работает над составлением меню? Как формируется меню? И есть ли у вас какие-то, может быть, специальные там, диеты для тех, кто это, в этом нуждается? Да, люди конечно. С какими-то заболеваниями, там, диетическое питание? Вот. Это как-то вопрос у вас решается? Обязательно, конечно. У нас вообще-то у нас есть приказ 395 и 394 приказы. Это наши департамент, службы департамента, которые именно разработаны меню питания по осужденным. 394 это для туберкулезных больных и 395 для остальных осужденных. В них 11 норм питания. Расписано, и фактически на основании, скажем так, в зависимости от того, какую норму, либо общая норма 1А идет, это для общего питания, либо если есть какие-то по медицинским заключениям, есть какие-то отклонения у осужденного, какие-то там заболевания, либо желудочно-кишечный тракт, либо там еще что-нибудь, то есть есть медицинское заключение, и тогда осужденного переводят на другую норму питания. И уже когда выделяются, как я говорил, ежемесячное финансирование на продукты питания, то из этих денег
берется определенная сумма на закупку продуктов, которые не являются, ну, для общей группы осужденных, чисто для диет питания. А это идет молочные продукты, различные, сыр кисломолочный, сыр твердый, масло крестьянское, яйца. То есть для того, чтобы разнообразить и, ну, чтобы человек вылечился. Вячеслав Сергеевич, у нас есть фотографии, мы можем проиллюстрировать вот тему питания в этих учреждениях, а мы продолжим нашу беседу. Да, это вот, вот фотография сейчас показывается, это у нас были сборы в 93-м учреждении Казанковская исправительная колония, это варочный цех горячий и основной зал для приема пищи и осужденных тоже в этой же 93-й колонии. Здесь мы видим, ну, довольно-таки в этом году потратили значительную сумму денег на проведение ремонтных работ, на надлежащую, так сказать, организацию именно работы, что касается харчевания засудженных. Вообще за 2015 год у нас, ну, как бы для стабильной работы столовой не только делали сами ремонты, еще у нас приобрели различные кухонные инвентаря, инвентарь приобретали. Ну, как каждая хозяйка приобретает у себя дома посуду, инвентарь какой-то. Так же самое в учреждениях, только за прошлый год приобрели на 53 тысячи гривен, это по области тоже. Это разные, ну, кухонный инвентарь, скажем так, который периодически нам необходимый. Вячеслав Игоревич, ну, кроме питания, как мы уже сказали вначале, вы занимаетесь обеспечением всех, как бы, систем функционирования этих учреждений. Как вообще вот организуются условия содержания этих людей? Что делается для, как бы, вот надлежащего, правильного содержания? Что вы делаете? Ну, как бы сказать, содержание, конечно, идет согласно уголовно-исправительного кодекса, а для того, чтобы належное, скажем так, содержание было відповідно, то здесь мы в течение года, практически всего года, до начала отопительного сезона, у нас есть такие мероприятия, это подготовка к отопительному сезону, ну, куда мы проводим. Мы проводили ремонты в каждом учреждении нашем. И в целом за год у нас вытрачено на эти мероприятия, ну, почти 1 000 000 гривен на проведение ремонтных работ. Ну, здесь, конечно, я сейчас назову цифры. Вот, например, по Снегирёвской колонии, это туберкулезная больница, но в целом это учреждение у нас, можно сказать, в очень хорошем состоянии находится и надлежащий там уровень, но все равно продолжается работа по ремонтам. Вот они истратили 12 тысяч, там делали ремонт наружного водопровода, комнат свиданий. А вот, например, Польшанская исправительная колония 53-й, здесь уже вытраты были почти 100 тысяч гривен, здесь ремонты в отделениях, с 1 по 9 столовая для осужденных, комнаты свидания, медицинская часть, продовольственный склад, ремонты в котельной. Вознесенская исправительная колония, здесь почти на 130 тысяч гривен, ремонты тоже в комнатах свиданий, в столовой для осужденных, ремонты помещений, это в прачечной для сушки белья, опять-таки отделение, продовольственный склад. Арбузинская колония, здесь уже более, скажем, у нас два учреждения, такие самые, как можно сказать, крупные, это Арбузинская 83-я и Казанковская 93-я. Здесь почти в каждом учреждении по 300 тысяч затрачено было на проведение различных ремонтных работ. И мы здесь как раз видели столовую, вот 93-я колония, там тоже, конечно, затрачены большие деньги. 83-й тоже проводились ремонты, как в комнате свидания, в котельных. Построены новые печи для приготовления хлеба на альтернативных источниках топлива, ремонты общежития в жилой зоне. Хочу также еще отметить, что кроме всего этого, у нас благодаря денег, которые аккумулировались в Государственной пенитенциарной службе Украины, Николаевскому следственному изолятору было выделено 198 тысяч на ремонт крыши мини-пекарни, которая находится на территории учреждения, и на сегодняшний день ремонт уже закончен, и следующий этап, мы начинаем уже его, это ремонт внутренних помещений мини-пекарни, чтобы создать тоже соответствующие условия труда для пекарей, которые там работают, ну и санитарные нормы, чтобы отвечали необходимым требованиям. У нас есть еще фотографии тоже к этому вопросу, давайте мы их посмотрим. Это вот тоже Николаевский следственный изолятор, это женский корпус, здесь благодаря благотворительным средствам
проведена установка, приобретение и установлены новые бойлеры для обеспечения постоянного горячего водоснабжения именно женский корпус. Потому что там по нормам полагается женщинам два раза в неделю помывка. И, скажем так, это полностью делает, создает максимально возможные удобные условия для заключенных, которых находятся в Николаевском следственном изоляторе. Вот раз мы заговорили уже про бойлеры, про помывки, как вы это назвали, давайте поговорим еще такой вопрос, как обеспечение надлежащих гигиенических условий, что для этого делается, как вот обеспечивается этим людям вот возможность соблюдать личную гигиену? Значит, тоже в каждом учреждении, так же, как и в следственном изоляторе, в каждом учреждении у нас есть свои банно-прачечные, если так можно сказать, это баня и прачечная, где осужденные могут скупаться раз в неделю, и прачечка там, где происходит стирка белья и постельных принадлежностей. Мы как раз видим фотографии нам. Да, это вот фотография, в данном случае это Ольшанская исправительная колония номер 53, баня ее, это раздевалка в бане 72-й исправительной колонии Вознесенской. Здесь это тоже душевые кабины Арбузинской исправительной колонии номер 83. Это прачечная Вознесенской 72-й колонии. Ну, это парикмахерская Арбузинская 83-я колония. То есть фактически весь комплекс услуг, который предоставляется, как и население имеет возможность, так и осужденные имеют возможность скупаться, постриться, постирать. То есть весь этот комплекс расположен в одном банно-прачечном комплексе. У нас как раз в прошлом году, в конце года проходил смотр-конкурс именно по лучшей организации банно-прачечных комплексов. И вот Арбузинская колония заняла было первое место. Второе место заняла Вознесенская исправительная колония. Это областной конкурс. Это был областной конкурс, совершенно верно, да. И по итогам результата этого конкурса также отправлялись материалы на Киев. Ну, и было отмечено, что да, эти учреждения, можно сказать, одни из лучших в Николаевской области. Ну и, скажем так, не пасут отстающих по Украине. У нас показатели в данном случае тоже очень неплохие показатели. Ну, хочу также отметить, что, вот, например, в следственном изоляторе за прошлый год тоже была возможность такая, благодаря гуманитарной помощи, тоже в прачечную было приобретено 5 стиральных машин. Это как дополнительное оборудование, которое сейчас установлено и полностью эксплуатируется. И мы имеем возможность полностью разделить стирку детскую, женскую, мужская и плюс те, кто болеет. Кроме того, мы сейчас уже есть соответствующее решение центрального аппарата Киева о выделении для следственного изолятора дополнительной суммы денег на приобретение промышленного оборудования. Это бытовые, а будет еще приобретаться промышленное тоже оборудование. Вячеслав Игоревич, вы достаточно подробно так рассказали нам об условиях содержания заключенных. Надо, наверное, сказать еще об условиях, в которых работают сотрудники этих учреждений, как бы личный состав, что делается для них, может быть, тоже какие-то ремонты вы проводили вот в прошлом году, помещений, вот в каких условиях работают ваши сотрудники? Ну, да, вы правы. Честно говоря, получается так, что в основном программа построена на том, что мы показываем наши вопросы, которые мы решаем для осужденных, но я также считаю, что нельзя забывать о персонале, который работает, каждый день находится в этих учреждениях и фактически каждый день пребывает на территории тюрем и исправительных учреждений. Здесь в основном работы проводились в первую очередь для личного состава, для особого склада, который находится именно на территории закрытой территории, приведения до надлежащих норм ихнего возможности отдыха. Это дежурная смена в первую очередь. Комнаты для приема пищи их санузлы. Самые крупные ремонтные работы, такие серьезные, где проводились и вложены были большие значительные деньги, это были Вознесенская исправительная колония номер 72,
Арбузинская номер 83, Казанковская 93. Там действительно сделано руководство учреждений, подошло сознанием дела и сделали полный законченный комплекс работ по улучшению труда именно особового склада. А Вячеслав Игоревич, в зимний период, наверное, один из самых актуальных вопросов – это организация отопления. Зима продолжается у нас, условия погодные, они меняются, то холодает, то чуть теплеет, но, тем не менее, это еще долго будет актуально, я думаю, как минимум до середины весны календарной. Как организовано отопление? Хватает ли вам топлива, хватает ли энергоносителей? Тепло ли в этих учреждениях? Можно сказать так, что мы начали готовиться к зиме с весны, как и все нормальные хозяева. Закончился один отопительный сезон? Да, совершенно верно. Знаете, как в инженерной службе нет такого понятия выходной день или выходной месяц. Либо работают все в котельных и на инженерных мережах, либо делается ремонт этих объектов. На сегодняшний день у нас в каждом учреждении свои котельные, мы полностью в этом смысле независимы, не получаем ниоткуда тепло, а сами учреждения вырабатывают тепло для своих нужд. У нас есть учреждения, в которых существуют чисто твердотопленные котельные, это исправительная колония номер 5, Снегирёвская, Вознесенское учреждение, Арбузинская, Казанковская исправительная колония и Новобургский выправной центр. Здесь была проведена работа именно, что касается заготовки твердого топлива, это уголь. Всего за это время закуплено 1950 тонн угля. И можно сказать, что по тем остаткам, которые имеются на сегодняшний день, то отопление можем проводить, например, по Снегирёвской колонии до 5 мая, по Вознесенской колонии до 19 мая, по Арбузинской колонии до 1 мая. Кроме того, что мы приобретали уголь, мы в этом году еще приобрели это дрова, альтернативные источники топлива и опилки. Также очень удобно для розжига топлива, поэтому, это как замена твердого топлива угля для экономии. Кроме того, у нас есть еще газовые котельные, три учреждения. Здесь у нас также все работы были своевременно закончены, заключены договора на поставку газа. Сейчас проходят работы, связанные с проведением тендеров по закупке газа уже на 2016 год. И кроме того, в таких учреждениях, как, например, Альшанская спинная колония номер 53 и Казанковская номер 93, у нас еще имеется, на всякий случай, аварийный, есть построенные по два твердотопленных котла марки НИИ-105, которые могут в случае отключения газа, в каких-то либо аварийных ситуациях, можем перейти с газового топлива на твердое топливо и продолжать отопление в наших учреждениях. Если говорить о всех энергоносителях, можно сказать, сколько потребляют учреждения вашей системы? Это же, довольно крупные объекты, и потребление, наверное, энергоносителей серьезное. Можно узнать примерно, как будет? Да, у нас, конечно, если брать чисто энергоносители в разряде электроэнергии, по углю я вам назвал, по электроэнергии тут у нас объемы составляют, например, за год 6 миллионов 800 тысяч киловатт. Это вся область потребляет электроэнергии. Это почти на 3 миллиона 800 тысяч гривен было насчитано нам, выставлены счета. Эти все счета были полностью выплачены в полном составе, в полном объеме. Кроме того, и в том числе и за деньги специального фонда, то есть те деньги, которые заработали сами учреждения мастерских, либо на производстве, за 117 тысяч гривен. И по состоянию на 1 января ни в одном учреждении Николаевской области не было кредиторской задолженности. У нас даже была небольшая дебиторка. По природному газу мы потребили за год 380 тысяч кубов газа. Это чуть меньше, чем прошлый год. Мы немножко сэкономили потребление газа. Тоже у нас задолженности нету, и поэтому все стабильно мы работаем. И по воде у нас потребление было 185 тысяч кубов воды, также по всем, это вся область, тоже задолженности никакой нету.
Может быть, благодаря тому, что мы вот так сработали, мы и продолжаем и дальше стабильно также работать все наши учреждения. Вот вы сказали, что вот удалось сэкономить, но один как бы, из приоритетов государственной политики нашей – это методы, там, средства энергосбережения. Как бы государство стимулирует такие программы за энергосбережение. Что делается в вашей системе? Как-то вот, внедряете вы какие-то технологии энергосберегающие? Что вы делаете в этом направлении? Да, у нас также в центральном аппарате принята программа по энергосбережению, и там включена в том числе Николаевская область и все наши учреждения. И за 2015 год у нас очень много мероприятий проводилось. Это кроме того, что мы приобретали энергосберегающие лампы, почти на 61 тысячу мы приобрели дополнительно, это где-то 730 штук. Кроме того, мы идем планомерную работу по замене старых окон деревянных на новые энергосберегающие стеклопакеты. Здесь тоже у нас на 135 тысяч гривен было проведено работа, это 62 окна проведена замена. Ну, а в каких объектах можете примеры привести? Там? Это в основном это все общежития, там где проживают осужденные, в первую очередь. И коммунально-бытовые объекты, это столовые и баня, это в первую очередь, где делаются эти ремонтные работы. То есть мы сначала делаем, тратим все деньги, которые выделяются, либо мы сами зарабатываем эти деньги, в первую очередь на, скажем так, улучшение условий содержания осужденных. А потом уже, если что-то остается из этих денег, да, мы уже используем для покращения уже других сфер, ну, жизнедеятельности учреждений области. Ну и еще хочу отметить, что кроме как бы этого самого энергосбережения, мы занимались не только вот приобретением различных энергосберегающих ламп и установкой окон. В прошлом году мы провели совместную работу очень большую с Николаев Облэнерго и Николаев Энергонадзором. В течение полугода мы практически объездили все учреждения области и проводили работу по разграничению общежитий от, так сказать, иншей сферы работы учреждений области, для, чтобы можно было перейти на тариф как для гуртожитков. И хочу сказать, что благодаря работе, которую мы провели в целом по области, мы смогли сделать потом перерасчет совместно с Николаев Облэнерго, и сэкономленных денег у нас получилось на 432 тысячи гривен. То есть это деньги, которые мы сэкономили, это бюджетные деньги, сэкономленные благодаря тому, что мы вот такую смогли сделать разделение учета. Это только за счет вот разницы вот этой в тарифе? Да, разница в тарифе, и благодаря тому, что мы смогли сделать разделение учета, организовать эту работу по разделению учета. Это вот что касается энергосбережения. А вот такие вот альтернативные виды отопления, как вот твердотопливные, которые вы как-то модернизируете систему отопления, ну, стараетесь отходить от традиционных? Да, мы также стараемся еще по, вот, по нашей службе, чисто если брать ресурсную службу, мы прошлый год и вот сейчас даже продолжаем работу, это альтернативные источники приготовления еды. Вот у нас есть фотографии, я думаю, мы их обязательно посмотрим. И вы нам расскажете, о чем речь. Это вот Ольшанская испытательная колония, это печки для приготовления хлеба, новые построенные. Это та же учреждение, здесь котлы для приготовления еды. Так, это пятое подразделение, печки для выпечки хлеба. Тоже. Ну, это 83-е учреждение, Арбузинская колония, тоже печки для приготовления хлеба. Но сейчас практически по каждому учреждению, у нас это 93-я Казанковская колония, это тоже котлы для приготовления еды. В каждом учреждении это поставлена была задача центральным аппаратом, головой департамента, в том, чтобы максимально сэкономить энергоносители и, в первую очередь, электроэнергию именно службы ресурсного обеспечения, так как, ну,
Честно говоря, ресурсное обеспечение отдел, который занимается приготовлением еды, купанием, освещением, обогревом, потребляет и больше всего электроэнергии. И вот мы как раз с этой целью и максимально пытались сэкономить деньги. Ну, нам немножко удалось Спасибо, это сделать. Спасибо, Вячеслав Игоревич. К сожалению, время наше ограничено. У вас еще есть возможность как бы подвести итоги нашей беседы, если у вас есть что сказать еще. Пожалуйста. Ну, я бы в заключение хотел бы сказать, что несмотря на те морозы, которые были у нас в Николаевской области, и погодные условия тяжелые. В целом все учреждения нашей области смогли обеспечить стабильную работу коммунально-бытовых объектов и общежитий. В общежитиях было тепло, а в столовых было горячее трехразовое, максимум четырехразовое питание. И хочу отметить, что в целом эта работа прошла так хорошо и так благополучно благодаря работникам учреждений области, ну и руководству, которое организовало эту работу. Собственно, вот это. Я вам дякую за те, що ви знайшли час завітати до нашої студії, відповісти на наші запитання. А вам, шановні телеглядачі, нагадую, що в ефірі була програма «Гаряча лінія». Залишайтесь на телеканалі «Миколаїв». Побачимось в ефірі.